Не знаю, зачем я решила начать прямой эфир, но вы у меня спрашиваете: Таня, 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 а что ты еще умеешь делать, помимо того, как дрочить? Ну так вот, сегодня у меня будет туториал по макияжу. У меня сегодня съемочка, и я буду косплеить Юна Гасай из аниме «Дневник будущего», поэтому будем делать макияж для Юна. Как вы уже видите, линзы у меня в глазах. Я умылась прекрасной холодной водой и начинаю краситься. Я не знаю, кому это будет интересно, но мне похуй. Без мейка приемная вроде. Кто приемный? Приемная дочь? Да, кстати, вот, вы видите меня сейчас без макияжа. Мои классные тонкие брови и огромные круги под глазами. Так, сейчас будем наносить слои, огромные слои штукатурки, потому что все-таки для реальной жизни я крашусь немного иначе, а вот для съемки видео или съемки фото я наношу на себя очень много косметики, потому что на этом всем деле изъяны видно гораздо лучше, чем в жизни. Почему-то вот так. Так. Что-то у меня тут все пролеснулось. Назад в розовый не хочешь? Не-не-не, не хочу. Так, всем привет. Hello, everyone. And today I'm doing makeup for Yuna Gasai from Future Diary, because... Вот тоналку я разношу по своему лицу, даже не размазываю, разношу просто вот как варварским способом. Офигенно, офигенно. Так. I have two English classes for a week, and I hope that soon I can speak English better than now. Soon. Так вот, тоналка. Тоналка готова. Okay, today it's makeup tutorial for Yuna Gasai. And I don't know, do you like it or no? Okay. Просто вот, чтобы вы понимали, да, насколько все в моей жизни плохо. Никуда не могу найти. Давайте для начала нарисуем брови. Я не знаю, просто тут еще нужно найти необходимую для нанесения на лицо косметику и найти карандаш для бровей подходящий. Хотя можно оставить так, как вы думаете. В принципе, я могу сказать, что я не выспалась. Попросить справку по состоянию здоровья, и все будет нормально. Ну да, такое. Есть такое. Так. Вот мой маленький-маленький карандашечек, который уже почти закончился. Крашусь я достаточно быстро. Но на сегодня, надеюсь, я накрашу еще быстрее, потому что мне через час выходить, а мне еще нужно немножко причесать парик и собрать кое-какие манатки.
Справка по состоянию бровей. Ну да, как определить психическое состояние женщины? Просто посмотрите на ее брови. И все сразу станет понятно. Okay, I'm talking about my bros. And if you wanna know who is a girl, you must look at her bros. Ну, все сложно делать. Жизнь вообще такая штука непростая. Так. Я немножко тороплюсь, поэтому, наверное, все будет сегодня очень криво. Но надеюсь, что нет. А теперь просто вот так вот берем нахуй и все растушевываем. Так. I don't know, is it interesting for boys, but I hope it will be interesting for girls who loves makeup tutorials. Я уже не похожа на больного чумой человека. Ну, почти. Осталось просто еще кучу всего дорисовать. Okay. My brows is done. And... Let's draw my nose. Кстати, вот все спрашивают, о чем я, ну, как бы нос такой классный. Я, ну, как бы не все, ладно, я тут пиздела. Но, в общем, есть такие люди, которые спрашивают, чего у тебя такой классный нос? Нос у меня обычный. Просто я делаю вот такую херню. Вы сейчас очень сильно удивитесь. Он у меня достаточно длинный сбоку. Видите, какие у меня ноздри огромные. Вот. А чтобы он был еще тоньше... Можно просто провести вот такую ебучую линию. Смотрите, видите? Сейчас вы просто охуеете. Просто хорошенечко все растушевать. Но опять-таки это для фотосетов или съемки видео больше подходит. Потому что в реальной жизни вы будете похожи, скорее всего, на трансвестита. А, это ты со мной говорила за нос. Ну, просто еще много кто говорил, поэтому я тут. Такие животрепещущие темы поднимают. Потом берете вот такую херню светлого цвета и проводите такую линию вот так. Так. Тоже хорошенечко ее растушевываете. Видите, что получается? It will be really strong makeup because today I will have video shooting for many weeks and I must make my makeup so strong, but for my daily life I don't do such makeup. Because it's disgusting when because it's hot outside. No, I don't do tutorial videos. It is my first experience. I'm trying. Maybe I will be a beauty blogger. Who knows? Dick. Нос. Нос почти готов. Так. Вот. Так. Что теперь? Вот вы меня отвлекаете, и я забываю, куда собираюсь. Я собираюсь на очень важное мероприятие. Это называется видеосъемка. Теперь глаза. А, не-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 не. Теперь сначала надо припудриться, чтобы потом все нахер не замазать.
Просто, наверное, будет это хуй, видите? Хуй. I have accent because I'm Russian. Ебать, без косметики не узнать. Ну, ты, конечно, мне сейчас вообще не комплимент сделал. Вообще, ты без косметики, я тоже ок. У меня хотя бы нет прыщей сейчас. Когда у меня прыщи, это просто пиздец. Так. Толченый хуй. Так. Так. Угу. Теперь время стрелок. Стрелки я люблю. Надеюсь, я не опозорюсь и нарисую сегодня с первого раза. Я тебя с прыщами люблю. О, это просто вообще признание. Признание на миллион. Много тратишь на косметику? Ну, как сказать? Просто не знаю. Я не знаю. Это сложный вопрос. У меня просто очень много. Блять. У меня просто очень много всякой хуйни, которую я крашусь и не крашусь, и всякие палеты. Блядь, да что ж такое? Сорян. Просто всякие хайлайтеры, которые разбросаны равномерным слоем по всем горизонтальным поверхностям. В общем, стрелки. Надеюсь, у меня реально получится нарисовать их с первого раза, потому что... Лучше очень похож, блядь. Как вы можете такую хуйню генерировать, ребят? Просто охуеть. Так. Самое главное их нарисовать ровными. Знакомо, да? Я сначала делала вот такие вот линии. И вроде они, ну, такие нормальные. А потом я прочерчиваю еще одну. Так. Так. Стрелки я рисую обычно всегда... Для съемки видео или фотосета очень большие, потому что на камеру нужно краситься всегда очень-очень-очень ярко. Пойдет, да? Я думаю, что нормально. Нормально. Можно еще чуть-чуть кончик подтереть. Вот так, опа. И будет идеально. Вот. Так. Главное не чихнуть. Так. Видите, глаза уже стали... Ну, один глаз уже стал визуально как-то поприятнее. Пиздец сложно. Сложно рисовать Оля вторую. Но, в принципе, если хорошенько постараться и не чихать, то... Все получится. Так. 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 Ну почти. Ну почти, да? Нормально. Вот, теперь уже глаза стали выразительнее в тысячу раз. Я еще рисовала свои стрелы очень старой подводкой. Поэтому как-то все странно вышло. Ну, собственно, ладно. Так. Вообще, быть женщиной — это реально непросто. Мало того, что у женщин постоянно перепады настроения и всякой хуйни, то еще нужно уметь краситься. Вот вы говорите, ой, а как же, наверное, легко быть веб-моделью и все такое. Да нихуя, вы попробуйте сначала стрелки нарисовать, чтобы на камере нормально выглядеть. Ох, я посмотрю на вас. I have better than boyfriend. I have Petra Kun. Это Epic Link Liner от NYX. Ну... Ты, наверное, увидишь, что это от хуй подводка, но это NYX.
Так, теперь уголочек надо прокрасить. Маленький уголочек. Так. Так, так, так. Если честно, я вчера начала тестить новую функцию в Инстаграме. Называется «Задай, блядь, вопрос». Я охуела, насколько неадекватных людей много. Просто я была в ахуе. Причем люди, они не догадываются, что я вижу, блядь, человека, который задает эти вопросы. Задает вопросы человек, я его вижу, блядь. И они не понимают. Do you like anal sex? Or do you like drink cum? Okay, of course, every morning I do it. My day starts with drinking cum every day. Really? It was so fucking questions. Это, блядь, не Россия, нахуй. Ну, Россия там тоже прославилась. У меня в вопросах. Так. Ну, кстати, русские более-менее нормальные комменты сдавали. I'm talking about new function in Instagram. Ask question, but it's not anonymous questions, and I can see persons who ask something. And it's strange, because I got a lot of strange questions about anal sex, swallow speed, and those boys can ask it a lot of times. Okay, but maybe you wanna ask anything else. Maybe about raccoon pet or my bros. Can you play with your holes? Yes, okay, of course I can. Stupid questions. Так, теперь переходим к нижнему веку. Поскольку нижний век нужно тоже прорисовать, я же сегодня буду Юна Гасай, а у анимешечек у всех очень большие глаза. Так. Сюда тычем. Потом тычем под глаз. Прям сразу. По горячим следам, так сказать. И просто вот так вот наносим это жирным. Жирным, огромным слоем. Видите? Мальчики, тоже берите на заметку. Сейчас вроде как модно быть пацаном, бьюти-блогером. Угу. Да я не горю. Это же все контент. А вы думаете, что меня это задевает? Думайте, все правильно. Вы мне поднимете активность. Это все отличная, отличная идея. Я буду так реагировать. Я могу даже еще резче реагировать. I'm talking about makeup. Потом берете, тычете вот в темненький, видите? Потом мажете опять под глазом, чтобы ближе к ресничному пространству у вас затемнилась зона. Можно взять даже еще потемнее, еще одну палеточку, такую хопа, и потыкать вот сюда. Вот это вот очень насыщенный просто коричневый. Я думаю, что вот так, да. Hello, everyone. I'm preparing to go in to video shooting, and I'm planning to film Yuna Gasai video. Of course, adult video. And you can follow my Twitter.
for all releases about my videos, backstages from video shootings or photo shootings. Окей. Теперь надо заебашить себя тушью. Я думаю, что я наклею еще сегодня реснички, а может быть и нет. Сколько времени? Угу. Я думаю, что я успею. А может быть, я не буду париться и ничего не буду клеить. Так. Do I must glue eyelashes? Нет, я работаю в другое время сейчас. У меня всего 3 часа дня, а я работаю часов 9 по моему времени. Поэтому, ну, к трансляции я также готовлюсь. Так, берем вот такую вот адскую штуку. И ебашим себе ресницы. О! Так, это слишком... Так. Блять, вот бы как с кем-нибудь сейчас трансляцию провести, желательно из знакомых. Оля, а что делаешь? Ты тут? Хочешь провести? Ну просто вот как это и как это возможно? Самое главное не чихать в такие моменты, потому что после того, как ты чихнул, все, пиздец. Нихуя уже не исправить. Придется умываться и краситься заново. Че, хочешь со мной трансляцию провести? Правда, потом тебя дрочеры в ЛС заебут, и ты такая, ой, нет, я не хочу жить. Жить говно. Как ты себя чувствуешь, кстати, сегодня? Как твои зубы? Ты мне так и не ответила ВКонтакте, по какому поводу тебе эти суки вырвали зуб. Ну? Какая транса, блядь? Я не к трансляции готовлюсь. Если ты хочешь узнать о времени моих трансляций, пожалуйста, welcome to my Twitter. Там я делаю посты со временем, когда я буду онлайн и где. Потому что там можно без цензуры постить ссылки. Я... А, блядь, ты же не на работе. А, ты же еще дома. Ты же еще с больными зубами. Наверное, у тебя вот так вот все опухло. У меня даже просто отек был, когда мне восьмерку здесь драли. Просто пиздец. Вот такое ебло было. I'm 22. And if you didn't know, my name is Tanya. Я никогда не сотрудничала со студиями. Как-то вот я даже и не знала в свое время о них, и просто как начала работать дома, так и... Так работаю. Ну, я была наивным человеком. У тебя такое же ебло. Блядь, когда мы с тобой увидимся? Если честно, я уже не помню, как ты выглядишь. Так. Кстати, у тебя по поводу августа все в стиле, Оля? Потому что мы-то уже купили билеты. И все. I'm fine, thank you. How are you? О, класс. Ну так ты зачем тогда задаешь такие глупые вопросы? Когда трансы? Когда транс? Ну как будет, так я сделаю оповещение в Твиттер. Я сама еще не знаю, я не к трансе готовлюсь. Все в силе, не волнуйся. Окей, классно. Это, кстати, все спрашивают, а с кем ты оставляешь курю, когда ты куда-то уезжаешь? Вот, пожалуйста, человек в чате. Остается с моим енотом. Самый лучший человек в моей жизни. Только ей я могу доверить своего сына. Представляете, какая любовь? Так. One love.
Ну, вроде все. С глазами мы закончили. Я думаю, что я не буду сегодня клеить ресницы. Окей. No. I will be in a week today. And что? Так. Stand up. For what? I wanna sit and continue doing my makeup. Stand up, dude. Go away, please. Или наклеить ресницы. Ну, это ж ёб твою мать. Вот я говорю, что бабой, в принципе, быть не очень-то легко. По идее, брови должны быть розовые, но... В принципе, если проявить немножко, если включить, так сказать, креативное мышление, можно потыкать еще вот, блядь, не этой кисточкой только. А какой-нибудь другой, который я найду. Так, можно потыкать вот... Нет. Можно потыкать вот в это. Ну и, в принципе, придать им немного розоватый оттенок, если вы видите. Образ Юна Гасай из анимешки. Дневник будущего. Not everyone knows you, my friend. Sent me here. I can tell you about myself. My name is Tanya and I'm 22. I live in Western Siberia and learning English twice a week. And I hope that soon I can speak English better. I have Petro Kun. And his name is Kuze. He is 2 years old. I bought him when he was little baby, and I could keep him on my hand. Любой пирсинг больно делать не только на вагине, а еще хуёво быть человеком, у которого нет пирсинга. Не ожидали, да, такой ответ? Кстати, да, на вагине не делают пирсинг. Вагина — это полость, которая идет вовнутрь, углубляется, так сказать. Так что пирсинг делается на наружных половых органах, если что. Больно даже ухо прокалывать. Окей. My makeup is done, and... Внешне это вульва. Так, ебаные, блядь, биологи. Идите нахуй, пожалуйста. Вульва, блядь, что это нахуй за слово? Пизда, называйте, пожалуйста, вещи своими именами. Пизда — это пизда. Больно пирсинг на пизде делать. Ну, пожалуйста, без таких слов. Вульва, блядь, вагина, фу, мерзость какая-то. Гадость. А чё бы нам не назвать хуй, я не знаю, пенисом или нефритовым стержнем? Как вам такое? А, йогу, блядь. О, фу. Okay, I'm continue telling you about myself. I am a webcam model and I work on Chaturbate. Do you know? Who are webcam models? This is
girls who jerking, who jerk on webcam sites for money. Cool story. And you can follow my Twitter and if you want to know where I work and what I do. Клеить или нет? Клеить или нет? Клеить или не клеить? Было бы клево вообще-то. Ну ладно, окей, давайте наклеим. Okay, I decided to glue my eyelashes. Все девочки, которые когда-либо сталкивались с проблемой наклеивания ресниц, я вам сейчас подскажу лайфхак. Все дело в клее. Нет, мне выходить через 30 минут, все нормально. Бля, нихуя, не буду клеить. В пизду, я опаздываю. Мне надо торопиться. Ну все. Проебал. Окей. I will show you my Peter Kun. He is listening classic music now. Classical music. Нормально, так и должно быть, Оль. А, вот она, моя залупа. Видите? Посмотрите. He's so sleepy. Клей ресниц, нихуя, мне надо еще кое-какие вещи собрать. Так вот. Why it's so hard to keep this animal in flat? Because Peter Kun must have separate room with big cage. In this room he can destroy all things that he wants. Look at this! Oh my god! What is it? Hey, Kuza! Да, у меня енот слушает классическую музыку, потому что это его успокаивает. В особенности он любит, ну вот, арфу и ханг сейчас играет. Это его любимая песня, если что. Yes, it is the pet raccoon. His name is Kuzia. Okay. Okay, boys and girls, I'm leaving you. And... And maybe I will be online in Instagram soon. Maybe no. Okay. Все, короче, всем пока. Я сохраню прямой эфир для тех, кто хочет рисовать такие же клевые стрелки, как у меня, и знать, как я выгляжу без макияжа. Если что, можете отписаться в любой момент. Всем спасибо, всем пока.